Олег, Ольга, добрый день, 27 февраля, суббота, второй видеообзор по изготовлению вашего дома. Второй колодец дорубили и выпустили выноса под крыльцо. Давайте подойдем ближе. Рубит сруб бригада Евгения Муравьева. Сегодня, в субботу, вся бригада в сборе. Сейчас подойдем, посмотрим, как они выбирают пазы. Зауголки чуть короче. Вот, для того, чтобы после установки сруба их отпилить по отвесу, выровнять. Сделаны все узоры по проекту, получаши. Вертикальный уровень. И здесь тоже узор есть. Давайте сниму диаметр. Эти я уже снимал в прошлые выходные. 34, 28, 32, 30. И здесь примерно тоже 30. Продольные пазы. Пройдемте дальше. Сейчас покажу, как происходит выборка пазов бензопилой. Немножко шумно. Сейчас мы стоим у задней стенки сруба. И после того, как ребята прирубят пол гряда дома, будем выставлять третий колодец. Это уже пойдет второй этаж. На этом видеообзор завершаю. Спасибо за внимание. До свидания.